премьера песни. Есть ли разумная жизнь на планете Земля? Этого пока что не видно даже из космоса. Если на палубе крысы пируют, то люди бегут с корабля. А мы не бежим, мы причастны хотя бы и косвенно. 19-й век на Валунье, в каторжанской просаленной робе, декабрист по фамилии Лунин сокращает житейские дроби. Все, что было раньше, было лишь прологом. Все, что было рогом, кончилась стеной. Я принимаю новейшую хронологию. Я начинаю отсчет иной. Мы станем добрее, лишь только развяжу бинты. Только в наш мир подвезут красоту и провизию. Но если на палубе топчат друг друга прямо внутри красоты, это значит, что кто-то опять завалил нашу миссию. Век 20-й, азарта зверения, под решеткой Владимирской ямы заключенный мечтатель Андреев посягает на новые яви. Все, что было раньше, было лишь прологом. Все, что было роком, кончилось стеной. Коридоры космических прерий летят философские корабли, наблюдая пигмейные пятна империй на усталом лице Земли. И отправиться с ними еще не готов, я пока не обжил свою клеть. Но на свете осталось так мало бедлов, что нельзя же позволить себе не петь. Планета все более обрастает корой полимера, но с каждой трещиной, каждой судьбою
начинается новая эра. Все, что было раньше, было лишь прологом. Все, что было роком, кончилось стеной. Я принимаю новейшую хронологию. Я начинаю отсчет иной. Я начинаю отсчет иной.